будущее фиатных денег. Тим Дрейпа, американский венчурный инвестор и миллионер, заявил, что уже в ближайшем будущем использование фиатной валюты станет неактуально. Он объяснил это тем, что фиатные деньги имеют немало ограничений. Так наблюдается значительное падение стоимости национальной валюты за пределами ее страны. Дрейпа заметил, если через 5 лет вы попытаетесь использовать фиатную валюту, над вами будут смеяться. Биткоин и другие криптовалюты настолько прочно войдут в быт, что причин пользоваться фиатными деньгами просто не будет.